Приветствую вас. Ну, собственно, ответ на ваш вопрос, он кроется в вашем тексте. Вам нужно, да, вы размалывали своего мужа, вам нужно вновь как бы вспоминать себя, вновь вспоминать свои идеалы, вновь обретать себя. Вот, вам нужно, собственно, перестать баловать мужа, вам нужно перестать терпеть такое его отношение к себе. Вот, и самое, наверное, что главное, это то, что вы возомнили себя его ангелом. То есть, понимаете, как бы одно дело, когда человек считает другого человека ангелом, это, в общем-то, хорошо, это любовь, это влюбленность, это идеализация, это здорово. Но совсем другое дело, когда сам человек считает себя ангелом для другого. То есть человек думает, что тот другой в нем нуждается. И со временем тут развиваются две очень плохих тенденции. Первая тенденция, это когда человек начинает активно эксплуатировать того, кто считает его ангелом. И в другом случае этот человек действительно начинает мнить себя ангелом и начинает делать вообще все для этого человека. То есть, по сути, ну, как бы он приумножает свои качества, да, позитивные, которые делают его ангелом в глазах другого. Но этим самым он как бы прививает другому тот, это нормально, то есть прививает хорошее, прививает идеальное, прививает такое чувство, ощущение, что так должно быть, то есть, что всегда будет все идеально, всегда будет все на 100% хорошо, а такого не бывает. Такого не случается. На мой взгляд, здесь, вот в данном случае, который вы описываете, вы забыли себя как женщина, вы забыли себя как делового партнера. Ну, это ладно, вы там были в декрете, это как бы, ну, это убедительная причина, да, вот. Вы забыли себя как женщина, вы считаете, что о мужчине нужно заботиться, нужно заниматься сыном домом, и он при этом должен вас любить и должен вас носить на руках. Нет, 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 еще раз нет. А если такая ситуация происходит, то есть если вы занимаетесь только домом сыном и заботитесь о муже, то мужчины начинают считать, особенно мужчина такой вот патриархальной позиции, каким является ваш молодой человек, ваш муж, он начинает считать, что только такого отношения он и доступен, по сути. И на мой взгляд, это весьма и весьма плохо. На мой взгляд, это весьма-весьма плачевная история, потому что, ну, по факту, нет ничего хуже человека, который считает, что то, что делает для него другой, да, это так и должно быть. Вот. И тут как бы момент в том, что вы сами создали такое отношение его к себе. Смотрите, вы пишете, что я закрыла на все глаза, я его ни в чем не упрекаю, да, то есть, по сути, у вас, ну, есть такое подозрение на созависимость. То есть, что такое созависимость? Созависимость — это такая история, когда человек настолько нуждается в другом человеке, что ради того, чтобы быть с этим человеком,
он готов делать все, он готов терпеть все, он готов, ну, просто вот все делать. И на самом деле это весьма-весьма печальная история, потому что это говорит о том, что вы в себе не уверены до конца. То есть вы не до конца осознаете свою цену. Именно осознаете, не осознаете, а осознаете. Вы не до конца осознаете свою цену. То есть вы не уверены в своей ценности, вы не считаете себя ценной. Единственный аргумент, который вы используете для того, чтобы как-то вот, ну, требовать, да, или считать, что вы достойны внимания какого-то хорошего слова с его стороны, это вот то, что вы делаете все по дому. На самом деле, мужчину это только еще больше от вас отдаляет, потому что вы все меньше и меньше являетесь его женщиной. Вот. Ага, понимаете? Ну, мне вполне видится такая вот история, что вы встретились, и вам понравились какие-то качества друг друга. Вот. То есть, ну, допустим, вам понравилась его эмоциональность, ему понравилось то, что вы все свое внимание, к примеру, направили только на него, на мужа, ну, будущего тогда еще. И, в общем-то, жили вы хорошо. Но, когда родился ребенок, вы, вероятно, свою энергию начали направлять уже на ребенка. А эмоциональность мужчины, которая раньше казалась чем-то таким брутальным, да, таким мужественным и приятным, она превратилась в достаточно негативные качества. Потому что эмоциональность это всегда, опять же, неуверенность, да, неуверенность в себе, склонность к тревожности. И мужчина, ну, вполне может ревновать, например, к вашему ребенку. К вашему ребенку, да, именно поэтому, к примеру, он там не заботится о себе, там купил мотоцикл, уезжает там кататься и так далее. Вот. То есть здесь вот мне кажется, что вы, знаете, недоприняли человека, то есть ни он, ни вы не отдавали себе отчет в цене того, с кем вы, собственно, связываете свою личную жизнь, потому что у любых достоинств, у любых плюсов, да, есть как бы свои оборотные стороны, ну, негативные стороны для каждого конкретного человека, потому что в основе всего лежат, собственно, качества человека, к примеру, та же эмоциональность, да, может проявиться и как искренность, да, но и в то же время как агрессивность, да, то есть вот он поднимает на вас руку и так далее. Вот. Значит, здесь вам нужно сразу сказать, что у вас совершенно точно проблема с самооценкой, ну, потому что вы пишете, что он поднимает на вас руку, вы это терпите. Вот, а вы по-прежнему от него ждете, что он там будет что-то для вас делать, да, но при этом вы сами его никак не мотивируете, кроме того, кроме как тем, кто занимается домом, сыном и, собственно, проявляете заботу к нему. Вот. Поэтому от своего мужа отдаляйтесь, представляете делать для него то, что он хочет. Вот. Почитайте в интернете про созависимость. И, соответственно, заострите внимание на том, что сыну вашему от этого тоже очень плохо. То есть сын, да? Да, сын. Сыну вашему от этого очень плохо, он от этого очень сильно страдает, потому что он чувствует негатив, чувствует агрессию, чувствует конфликтность в семье, это ему на пользу не идет. Вот, поэтому ради себя, ради своего сына вам необходимо менять свое поведение. Может быть, если вы свое поведение поменяете, мужчина вспомнит, какая вы, кто перед ним, и он начнет меняться сам. В этом случае вам нужно настоятельно рекомендовать им обратиться к психологу для того, чтобы поработать с его вообще мотивами, с его вообще ценностями и так далее.
Вот, не мешало бы, когда он будет с вами дома, поговорить спокойно о том, что происходит, и сказать ему о том, что вам не нравится, чем вы не удовлетворены, и потребовать от него того, что вы хотите. Если он это даст, то хорошо, если нет, значит, вы будете уже действовать сами, отдаляться от него. Вот. Ну и, конечно, не могу не задать вам эти два вопроса. По какой причине вы позволили мужчине проживать на вашей территории? Почему, проживая на вашей территории, вы считаете, что вы должны там копить на новую квартиру? То есть, ну, какая мотивация для этого, если квартира есть уже у вас? А по какой причине вы позволяете мужчине поднимать на себя руку и оскорблять вас? Вот просто, какие субъективные аспекты лежат за этим? Какие мотивы лежат за этим? Боитесь вы остаться одна, боитесь вы, не знаю, потерять его, боитесь вы оставить ребенка без семьи. Что бы ни было причины, это причина ложь, которая оправдывает ваши страхи или ваше неверное отношение к себе. Ну, некорректное, искаженное отношение к себе. Вот, потому что я уверен, что вы понимаете, к примеру, тот факт, что ни один любящий себя человек, да, никогда не позволит другому там поднять от себя руку и тем более оскорблять и так далее. С другой стороны, если вы ведете себя как исключительно домохозяйка и мать, то нет ничего удивительного, что такой эмоциональный мужчина, как ваш муж, пытается таким способом компенсировать недостаток того гендерного поведения, который был раньше. Вот. Которое было раньше. К слову сказать, скандал является заменой секса, то есть я полагаю, что в примитивной жизни не все гладко. Вот. Отдельным пунктом идет отношение мужа к сыну, да, то есть насколько оно хорошее, какое оно, вообще какое оно. Вот отношение мужа к сыну, вот, и так далее. Но все это нужно исследовать. Вот, поэтому вы пишете, я не знаю, что делать, да, ну, для начала сформируйте цель. То есть, что делать, чтобы что, чего по итогу вы хотите. Чего и для чего, чего и зачем. Мужа вы не поменяете, менять вы можете только себя. Изменить можете только свое поведение. Как, в какую сторону, куда. Это уже нужно исследовать. Ради себя, ради сына я рекомендую вам это сделать. Ну и, конечно, конечно, не просто так вы пришли к тому, что личных денег у вас нет. Не так просто вы пришли к тому, что позволили человеку себя идеализировать. Не так просто вы пришли к тому, что позволили мужчине жить на своей же площади. Не так просто. У всего этого есть цель. Возможно, вам была нужна семья, возможно, вам был нужен ребенок, и мужчина искренне полагает, что он дал вам все, что вы хотите, и теперь имеет право делать то, что ему заблагорассудится. Вот. В таком случае ваша ценность нуждается в переоценке, потому что на данный момент вы идете по ниспадающей, и самое главное, что по ниспадающей вы ведете и своего ребенка. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А ну, пожалуй, можно еще в качестве заключения вспомнить садомазохистические отношения. Вот мы тоже об этом почитать, сейчас я об этом говорить не буду. Вот. Там тоже достаточно полно и подробно описывается то, что с вами происходит. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, я надеюсь, что вы сделаете выводы и как минимум начнете работать с психологом для коррекции того, что происходит с вами сейчас. Всего доброго!